бассейне «Альбатрос» второй год в начале мая звучит музыка военных лет, а водные дорожки носят название боевых рот. Эстафета Победы, заплыв, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году состоялся 5 мая и собрал спортсменов, чиновников, ветеранов, школьников, любителей плавания. Символичные 74 этапа эстафеты по 50 метров участники акции преодолевали не ради кубков и медалей. Посвящаю свой заплыв своей маме, которая была тружеником тыла, всю войну проработала на нашем Омском агрегатном заводе токарем. Все вместе мы посвящаем его годовщине Великой Отечественной войны, годовщине Победы. А вот у каждого все равно в сердце есть что-то свое личное, связанное с войной, связанное с потерями, утратами очень близких людей. Поэтому я считаю, что такому соревнованию, если его так можно назвать, а все равно это соревнование, потому что это все-таки плавание, это спорт. Дай Бог ему долгих лет, чтобы оно с каждым годом было более масштабное, более интересное. Очень такие приятные. Я с удовольствием, когда узнала, что эта традиция продолжается, подала заявку, потому что очень приятно вот в такой, можно сказать, эстафете поучаствовать, которая приурочена к великому празднику. Это, наверное, самый такой народный наш праздник, поэтому настроение очень хорошее. В этом году очень много зрителей присутствует, ну и уже 3 команды. Я думаю, что это прекрасная традиция, которая должна продолжаться. У меня по маминой линии дед, и его, получается, отец дошел до Германии и был потом еще переброшен на Восточный фронт, поэтому это не так давно я узнал на самом деле. Поэтому это делает меня тоже немного ближе, чем простой человек, который думает, у него таких родственников нет. На самом деле победа была народа, и здорово, что мы здесь собираемся с хорошим настроением в праздничный день. Это здорово. Люди, а просто дают дань памяти людям, которые как бы дали нам свободу, счастье, что мы с вами живем, улыбаемся. Во-первых, атмосфера спортивного праздника, ну и новое знакомство, конечно же, и сам заплыв, это же